Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Абрам Ефимович Архипов. Русский живописец, жанрист, портретист, член товарищества передвижников с 1891 года, народный художник РСФСР, 1927 год. Я пользуюсь Википедией. Родился в семье вольноотпущенных крестьян 15 августа 1862 года. Родители художника, отец Ефим Никитич Пыриков, крепостной крестьянин, штабс-капитана Сергея Алексеевича Чуфаровского, мать Ирина Федоровна, крестьянка деревни Тамаковой, вольноотпущенная от помещика Прибыткова. В 1858 году оба родители с детьми получили вольность. Отец, видя страстное и неутолимое влечение сына к искусству, купил ему лубки и самые дешевые краски. Первыми профессиональными учителями Архипова были иконописцы. В период с 1877 по 1883 год и с 1886 по 1888 обучался в Московском училище живописи ваяния и зодчества под руководством Перова, Поленова, Принишникова, Саврасова и Маковского. Кроме того, с 1884 по 1886 год учился в Петербургской академии художеств, мастерская Вильвальда. В 1887 за картину «Посещение больной» Архипов получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества большую серебряную медаль и звание классного художника. В 1891 стал членом товарищества передвижных художественных выставок. Многие работы этого периода были приобретены лично Третьяковым для своей коллекции. В 1896 и 1912 годах посещал Францию, Германию и Италию. Получил звание академика в 1898. В 1904 стал одним из основателей Союза русских художников. Часто выезжал на русский север. Получил звание действительно члена Академии художеств в 1916 году. После Октябрьской революции преподавал в государственных свободных художественных мастерских. Многих известных художники первой половины 20 века, Герасимов, Йогансен, Сарьяны и ряд других, гордились тем, что были учениками Абрама Ефимовича Архипова. Умер в Москве 25 сентября 1930 года в возрасте 68 лет, похоронен на Ваганькинском кладбище. Не был женат и не имел детей. Вот так вкратце из Википедии о русском художнике, живописце, жанристе, портретисте Абраме Ефимовиче Архипове. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.